Ит бригада перекресток. Наш девиз: ни дня без знаний ПДД, они нужны тебе и мне. Мы правила дорожные примерно изучаем, и все, что их касается, мы твердо исполняем. А вы знаете, что по данным ГИБДД за 9 месяцев 2017 года на российских дорогах произошло 133 203 ДТП? А вы знаете, что в этих катастрофах погибло 16 638 человек, из них 582 ребенка? А вы знаете, что от общего числа ДТП на долю Московской области приходится 5687 аварий, которые унесли 985 жизней? Еще 6923 участника ДТП отделались травмами. А вы знаете, что по количеству аварий жертв Московская область занимает печальное второе место в России? А вы знаете, что на дорогах Подмосковья произошло 537 ДТП с участием детей? 22 ребенка погибло и 562 получили травму. А вы знаете, что 20 ноября – день памяти детей, погибших в ДТП? А вы знаете, что за 2017 год в Рабинском районе погибло 42 ребенка, более 100 получили травмы? А вы знаете, что каждое шестое ДТП происходит по вине пешехода? Над нами солнце светит, и жизнь, а благодать всем людям на планете давно пора понять. Всем людям на планете давно пора понять. Дорога не игрушка, и с ней нельзя играть. Yeah.
обычной странице беспечно. И был этой жизнью доволен вполне. Но на портфель поселился у школьной, и безопасный путь в школе всем стал. Смайлик сигналит, водитель, внимание, идет пешеход, а он еще мал. В жизни случайности не случайно, и как бы ни было нам печально, ведь правила созданы не без потерь, написаны кровью погибших людей. У каждого в жизни своя дорога, и чтобы она безопасной была, следуйте правилам очень строго. Идите по жизни дорогой!